Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. Сегодня у меня новый аэродроп. Я пораньше вроде делала по нему видео. Еси Оптион. У него 200 миллиардов монет, как я поняла, выпущено. И он раздает как бы монетки. Надо зарегистрироваться. А регистрация простая. Вводите просто Ethereum кошелек. И попадаете в такой вот кабинет. Нужно присоединиться к их группе Telegram, вот скопировать вот этот код, но у вас будет свой код, и отправить в группу Telegram код. Вам начислят монетки. У меня вот 4000 монеток уже. Вот это будет ваша партнерская ссылочка. Все, никаких действий больше делать не надо. И будем ждать, когда к нам будут поступать монетки, когда у них вот это акция закончится. Так, значит, еще что я хотела вам сказать. Где проверять монетки? У меня вот есть такой CoinMarketCap. Я оставлю ссылочку под видео. Как проверять здесь монетки? Заходите в свой Ethereum кошелек. Вот. Вот внизу, вот здесь, смотрите, токены, токенс. Нажимаете на эту вкладочку. И вас перебросит на страничку. Сейчас мне загрузится. Где вам здесь будут отображаться ваши начисленные монетки. Вот. Вот мои монетки. Чуть ниже вот мне еще пришло. Сегодня вот, вот две монеты одинаковые. Вот мне пораньше пришло, и сегодня еще начислили вот таких монет. UNV. Universal. Вот. Universal Coin вот мне. Значит, что вы делаете? Как узнать, есть монетка на бирже или нет? Вот это вот точно я знаю, она есть, потому что я уже проверяла. Копируете название. Иду в этот Coin Market. И вот в эту графу вставляю эту монетку. Вот она у меня выскочила. Она уже на бирже. Я так поняла. Сейчас страничка перегрузится. И, пожалуйста, вот моя монетка. Видите? МТС. И цена. У меня 100 монет этих. Цена 24 цента. Вот. Далее. С чем она торгуется? И на какой бирже? Опускаемся чуть ниже. Так, чуть ниже, подождите. Вот здесь. Вот Market. Нажимаете сюда. Опускаемся чуть ниже. И смотрите. Биржа вот Криптопия, Yobit, Коины, ну вот еще биржа. Вот три биржи. Она вот на этих трех биржах. И она торгуется с биткоином. Ну, криптовалютная пара. Вот эту монету обменивают на биткоин. Если тут стоит Ethereum или еще какая криптовалюта, значит, это валютная пара. Вот. Понятно, да? Вот. Вот таким вот образом мы проверяем монетки наши. Есть они на бирже или нет. Вот такой вот аэродропчик. Но это я вот проверила, ее нету еще, пока она не вышла. Ну, будем ждать. Бог даст, может и выйдет на биржу. На этом все. Всем удачи. Пока-пока.